кукушечки всем. Так. Сейчас буду в огурце воду менять. Как видите, самка гурами. Пустая. И теперь погнали непосредственно сюда. Потихонечку, не спеша. Сейчас я возьму стулочку. Опа, тихо, не скрипи. Значит, наблюдаем. Мы... Хрен там, удобно, неудобно со стулки. Так, короче, откидала она икру. Убрал я ее, потому что она такое разбрасывала гнезда. Теперь этот крендель собирает всю икру и в одно место выплевывает. Смотри, смотри, вот видишь, он буль-буль-буль-буль-буль. Собрал, сейчас вот туда вот, оп, и выплюнул. И оп, сейчас буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Сейчас, нет, что, мало насобирал? Ля, всю, туда что падает, смотри как. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Сейчас хоп и харкнул, о. Так куда ж ты ее штука выплюнул, ты? Ну тут, конечно, она белая, есть такая прозрачненькая, но это нормальное явление, в принципе. Я так думаю. С Ютуба вот смотрел, будни попался про гурамову, что процентов 70 побелела, она могла просто в ней перезреть. И рано я тогда ее отсадил. Я тогда не показывал на камеру. Ну, в общем, как-то так. Вот видите, он ее собирает, носит, я не знаю, че жрешь ты ее. Не, ну вроде выплевывает он ее как раз вот там вот. Вот он, оп-оп-оп-оп, собрал и в кучу ее. Есть, убирают полностью его все. И окра лежит сама по себе. Есть, оставляют. Я оставлю, пусть вайтузится, как заботливый отец. Там вот на той стороне было много икры, очень много икры плавало на той стороне. Он ее постягивал уже сюда. Она вот она вся, вы видите где? Она уже тут. Она уже здесь. Выстреливает мне этот нездоровый человек. Аквапарадис, боже, что несет? Ну что он несет? Учит, рассказывает, показывает. Миллионы зарабатывает. И смотрит сам себя, наверное. Я не знаю, кто его смотрит. Хотели человеку раньше помочь с баночным, помогли. Обуесосил нас с ног до головы. Вообще переобулся. За что? Тебе вообще на шару хотели бесплатно прислать лифтов, оборудование, там, кипятильничек, всю эту тему. Нет, пак, вот мой дед, штраф, бах. Ну, нездоровый человек, ну, что поделаешь. В семье не без урода. Да, Руся, ты же меня смотришь. Знаю, смотришь. Начинают там чухать. Вот мне пишут вопросы. Где? У тебя же ни одного комментария нету. Сам ты себе напишешь. У тебя же все в блоке. Тебе же кто ничего. Тебе кто пишет, сразу его блокируешь. Моментально, тут же. Потому что тебе задают вопросы, что у тебя такая вода мутная или грязь такая. Ба-бах, все, в блок. Вот мой дед. Да что там твой дед? Дед твой, наверное, сейчас бедняга переворачивается в гробу там. Что твой внучочек творит. Видите, да, как он делает вещи. Ну, ничего, что побелевшая, нормально. Она могла ее переносить, просто я их рано убрал. То он ее зазывал тогда. Давай, подруга, я здесь, я готов. Было гнездо такое. Может, и не надо было мне этот пенопласт, но пусть будет. Походу, они должны вроде давать аж целый лям. Куда миллион вышел? Ну, миллиона тут нету, было, я думаю, усеяно. Ну, пару тысяч, наверное, есть тут точно. Там мне хоть бы десяток выжил, ё-моё. Ну, через сутки, по идее, двое должно показать. Он же так, как, короче, и макроподы. Макропод тоже у меня отнерестился, и он каждого потом личиночку в рот брал и назад в гнездо выбрасывал. Я их желтком начинал кормить, я тогда артемия вообще не знал, что такое яйца артемии. Я как бы слышал, но я понятия не мог, вообще не мог, что это за хрень и как и с чем ее едят. А потом, когда сам попробовал на вкус, она такая, ничего, на хлеб ее пух-пух-пух-пух. Вот это, что циста остается, вот эти шкарлупа, я же ее не выливаю. Я ее раз через сито, рачки закончились, я ее через, опять же, сливаю через чулочек, и я ее хаваю.
на хлеб, потом с чаечком. Тьфу, класс, вот эта скорлупа от яиц, вот эта вот от Артемии. Вообще она вкуснятина. Бешеная. О, видели, как харкнул? Икры выкрыла, и она туда наверх вся. О, вот, смотрите, беленькая такая плавает. Видите, беленькая. Ну, может, что-то и получится с этого рая. Да? Посмотрим, какой ты заботливый отец. Бля, вот опять собрал и опять выплюнул. Короче, он, я так понял, будет тягать, бедняга, по всей банке. Так, ладно, 5 минут трещим, хватит. Ой, вот этой подружаю, меняю самцов. Но только не они ее, а она их что-то гоняет. Ну, посмотрим, что, выключить кипятильник, и на понижение, может, сыграет она. Уже это уже третий самец, уже другого, третий раз, третьего самца другого сажаю. Тогда был желтенький поменьше, потом посадил розового обычного такого. Она его вообще загнала вот сюда, под кипятильником он сидел. Сейчас вот этого леопарда желтого, да видите, что она творит, сучка крашеная, глошная. А нам есть там что-нибудь, не? Одни гимна. Одни гимна там. Сейчас у них температура тут 26, по-моему. Да? Ну да. 26 градусиков. Что, выключить кипятильник? Может, сыграет на понижение? Налить сюда и осмоса именно. Это же я тут очищенная вода у меня. И тут очищенная вода. Как раз у меня там закончился. Я сейчас включил его. Должно было накачать уже полный бачок. Ладно, быстро пробежались. Что, тут все нормально, вы видите. Тут вообще банда нормально, хорошо там все. Че не надо менять, че надо. Ну ладно, посмотрим, подождем. Так, этот аквариум у меня уже на помпочке стоит. Видите, все нормально, никого не засасывают. Самы тут себя чувствуют великолепно. Вот беленькие есть, слава яйцам. Ну вон тут, гляньте. Ну что-то выжило. А прикиньте, если бы эти все у меня выжили, сколько пик тут было, ё-моё. А меченосец, если бы их тут не похлопал, паразит. Вот тут больше. По-любому мелочь пожрал, потому что тут было мелочи много, очень много. А, смотри какой, да? Короче, работай, дружок. Нет, собираю, то я потихоньку в кучу. Ну, собирай, короче, сиди до утра. Ну, вот, я не знаю, там один кричит меньше бульбы. Второй кричит, не надо вообще воздуха. Не обязательный. Но они как бы лабиринтовые, в принципе. Им они могут что с кислородом, что без жить. Четвертый кричит, аэрация по-любому жесть должна быть. Короче, хрен поймешь, пока сам не вот это не попробуешь, не перепробуешь. На ошибках учатся, как говорится. Ничего, мы, и мы поучимся. Валерьян, кабан, Валера, посмотри на эту самку. А все, Пеппа заняла твой нелистовик. Пеппище заняла твой нелистовик. Так, вот этот самец сидит без дела. Я не знаю, может, у меня тут какие-то тут бездельники есть. Так, надо вам тоже самку какую-то кинуть молодую туда двоим. Что тут у нас? Тут одни корики только живут. Тут беляш, непонятно чего ждет. Сюда кинул. А, никого не кидал. Я самку забрал, вот сюда закинул. Вот тут такая уже пузатая была у парей. И это еще тут один анцик. Надо отсюда убрать и этих мелких пораскидывать. Все, буду заниматься делами, менять огурец. Этих начал кормить сразу циклопом. Хай привыкают до циклопа. Закинул туда еще он желтую. Хай, может, она разродится, будем кормить рыбу. Все. Всем пока. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка.